Что мы сегодня смотрим? Мы сегодня смотрим Арсения, которому сколько лет лет? Задумался. 11. Сколько ты играешь в теннис? 5 лет. Смотрите. Мальчик, который работает у нас, тренер Петр Павлович, 5 лет занимается теннисом. Естественно, что это не дюшор. Это не 2 раза в день, а ты 3 раза в неделю, да, работаешь. Значит, мы должны посмотреть, опять-таки, рисунок его движений технический и что он вообще может уже делать. То есть, начиная с почти, сколько тебе, 6 лет было? 6-летнего возраста, здесь, в районе вот 3 раз в неделю, он посещает практически регулярно. Все время за ним. Итак, давай мы сначала побегаем. Давайте установите сеточки. Берись правой рукой за сетку. Ты ж правша? Правша. Правая рука. Готовься стартовать. А вот на этом расстоянии от сетки здесь порядка 12 метров. Ты должен пробежать вот этот отрезок как можно быстро. Считай, что на задней линии натянута сетка. Внимание. Хорошо. Так, посмотрите, прекрасно отстартовал. Только голова внизу почему-то. Голова должна быть вверху, ты должен стремиться вперед. Еще раз, только уже маленький отрезок. Съебатели и разъебатели работают здорово в самом начале, когда они еще могут работать. А потом устают эти мышцы, и он делает сбой. Сбоил немножко, правильно? А вот тут ты должен пробежать уже более короткую дистанцию, ту, которую мы все время бегаем в теннисе, гораздо быстрее. Внимание! Хорошо! Ну, скорость прекрасная, только ты опять-таки согнулся. Голова почти внизу, рот закрыл, открой рот, еще раз маленький, сделай, открой рот и свободнее. Смотрите так, твои движения скованы, вот, вот твои движения, вот, а ты свободно должен бежать, понятно? Свободнее, не надо скованы, и рот открыт, дыши полным ртом. Итак, внимание, хорошо! Надо включить бег. Давайте мячи. 3 мяча. И третий. Пожалуйста, немножко разомни руку. И не мяч, ну, вову постарайся попасть. Почти попал. А ну старайся теперь попасть в фон. Фон, который закрыт. Так. И третья попытка. Ну, в общем-то, нормально. Нормально. Нельзя сказать, что очень. Вот очень будет там, когда ты попадешь в фон. Договорились? Работаем. Так, давай мне помечаем. Поймай его. Давай, давай. Ты не подходи. Подходи. О! Так, а мяч горяч. Оба мяча. Оп! Так, а этот бросай быстренько. Вот. 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 Так, не бросай. Я тебя экзаменую. Оп. 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 Лови. Ты как-то так бросаешь, что я даже не пойму. Давай. Двумя руками лови, двумя, и кидай мне, во, вот так кидай, а тут ты вот сюда кидаешь, это я тебе. Во, а ну лови, так, 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 молодец, верткий, вот, 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 молодец, падай, так, 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 так,
Так, хорошо. Этот элемент тестов наших, он выполняет хорошо. А теперь восстанови дыхание, бери ракетку. Начинаем смотреть технику. Так, справа. Удары справа со стороны. Спокойно. Назовем это практически главным. Вот верх него и рисунок движений при ударе справа, скорее всего, слева. Что нужно делать? Нужно раскрепостить его. Скованный. Левая рука, вместо того, чтобы вот так свободно болтаться, у него поднята так. И самое главное, если бы она так была поднята, еще ничего. Но она у него зажата. Понятно, да? Раскрепостить, расслабить его. И плечики. Плечики расслабить. То есть ты должен делать движение вот такое при замахе. Свободно. Вот такое. Вот. Давай. Еще раз вправо. Свободно. Хорошо. Свободно. Хорошо. Выше. Свободно. И в момент удара, удар, тот мяч, который ты наносишь заключительный, убойный удар. Убойное дело, как сейчас говорят в кино. Давай. Убей мяч. Так, не достал, еще раз. Убей мяч. Нормально. Вот так. Еще раз. Это дело нужно. Так, значит, если ты можешь убивать мяч, то вот так как ты просто перебрасывал 5 раз мяч, не теряя его, это хорошо. Но ты понимаешь, что противник будет отвечать. Ты должен убивать мяч. Поэтому старайся в тренировках гораздо чаще убивать мяч, стараться убить мяч. То есть завершить свою, назовем ее, комбинацию. Понял, да? Еще справа немножко. Мощнее. Да. Ну, более или менее уже сейчас, при том, что закрепощенный вот здесь вот в плечевом поясе, расслабить, раскрепостить и сделать, так сказать, более свободным движением. Слева. Thank you.
одних сетки, удары с лёта. Вот смотрите, внимание, движение, рисунок продолжает. Рисунок движения не шкодит, но мяч попадает. Вот за счет чего он попадает, так сказать, мячом в корт. Вот это вам надо определить. За счет завершения, правильно, за счет завершения движения. Вот вам и пожалуйста. Оставлять так движение, наверное, не надо. Нужно все-таки вот ты сюда кладешь ракету и потом начинаешь вот так вот достать до этих. Смотрите, по-моему, он делает вот так. Вот что-то там он еще входит, потом отваливает сюда ракету и вот так вот. Значит, можно и так, но лучше это сделать. Ракетка должна не сюда идти, а сразу идти вверх. И отсюда ты уже должен бить по мячу. Сюда не отводи. Вот она сразу вверх идет. А ты встань, попробуй, проимитируй. Смотри, твою. Тут ничего этого не надо. Вот. И удар. А ну попробуй. Вот смотри, меняй сразу. Нет. Ты сразу назад. Вверх давай. Давай вверх. Так, понятно. Что он сходил? Хочет ракетку вверх. Это координация движения. Смотрите, он поднял ракетку вверх, а потом сюда сделал то же самое. Ты поднимай ракетку вверх, смотри. Кстати.
вот ты поднял ракетку, ты отвалил ракетку назад и делаешь. А нужно сделать раз, и ракетка сразу же бьет. Вот. Дай, смотри. Она сразу же вот бьет, и все. Не надо назад отваливать. Держись. Не отваливай, Арсений, назад ракетку. Сразу подняв ракетку вверх, бей. Пусть мяч куда угодно. Нет. Значит, стоп. Над этим нужно работать. Это сразу не прыгнет. Он должен сделать вот такой. Смотри. Раз, два, три. Раз и удар. Вот. Как смотри, надо показать хлёст. Хлёст, надо, да, смотри, кнут показать. Знаешь, как кнут? Вот это. Сделай такое движение. Как я сделал. Как упражнение. Ну. Так вот, видишь, ему нужно дать понять. Видишь? Да, смотри. Я тебе покажу, как. Повернись. Спокойно, спокойно. Смотри. Вот так. Вот так. Вот так. Вот тут. Вот тут. Так. Уже лучше. Короче говоря, над этим нужно поработать. А ну, смеш, попробуем. Смеш. Последний элемент, может быть, с этого нужно начинать. Ближе. Точно так, также он бьет. О, чуть-чуть лучше. Также он бьет смеш, как подальше. То же самое. Все. Так. Смотрите, повторим. Удары справа с отскока, расслабиться, распрямиться, потому что согнутый немножко, немножко раскрепоститься и впереди себя ударять по мячу. Рука еще. Ну вот это вот движение свободнее. Слева более или менее нормально, только раскрепощение. Слета слева вообще прекрасно, справа немножко поработать. Подачу. Менять нужно обязательно рисунок движения. Будь здоров. Все, расти большой. Все, спасибо. Если вопросов нет,